привет, зритель. Я знаю, что один человек точно ждал этот ролик. У меня перед деревней не получилось записать. А сейчас записываю два уже ролика ухода. Я решила, ну, парфюм, уход тоже же уход, да? Что почему бы не записать сейчас ролик, а потом уже пойти проветрить мозг. Тапочки, которые я носила практически все лето, все в них ништяк. Я сначала думала их обозреть, потом думаю, если не обозреть, а потом думаю, что не обозреть, ну как бы, пусть будут уж все-таки 4 пары любимой обуви на лето, да. Все в них хорошо, но одна из них захотела кушать. Я как-то попала под, ну, такую погоду, не очень сухую, и с этой тапочкой-то все ништяк, а вторую-то, я думаю, надо, наверное, этот, купить какой-нибудь клей-момент, потому что так-то они хорошие, удобные тапочки, типа балетки. А еще не поверишь, зрители, я их в прошлом году на закрытии и ликвидации одного магазина, где раньше обувь хорошую покупала, в том числе и кожаную, купила всего лишь за 300 рублей, вот там, ну, совсем такая ликвидация была. Мне одна подружка сказала, там, говорит, есть... В том магазине ликвидация, типа скидки, то все, зайди, может, что интересное найдешь. В общем, я тогда там пару кофт каких-то нашла. И вот вторая тапочка, вот она хочет кушать. Я думаю, тут, наверное, видно будет на камеру, что она хочет кушать. Ну, я ее потом покормлю клеем-моментом. Может, у меня у родни есть клей-момент такой, который этот обувь клеивает. А может, купить надо отдельно. То, что я покупала еще... В далеком 2018 году в Ярике. Зендос, хрен знает. Ну, короче, в каком-то магазине за 1500 по скидке. Они были новая на тот момент модель. Это джинсовые босоножки. Очень качественно сделано, очень крутые. Я в них деревню все 3 недели шастала. И все ништяк было. У них резиночка такая, мне казалась, слабенькая. И она как бы это, ну... С ноги у меня спадала, и я сначала их забраковала, и в 18 году как-то, ну, носила чисто на какой-нибудь выход, в 19 году иногда носила. А в этом году вдруг что-то прониклось и носила, еще в деревню у них уехала, и на велике сегодня каталась. Хорошие босоножки, я понимаю, что надо было бы всю эту обувь помыть, сдается, она у меня какая-то с песочком на своих ногах. Но я что-то как-то очень спонтанно решила записать этот ролик. Этим босоножкам черти сколько лет, столько не живут. Я раньше очень любила ходить на платформе одно время. Сейчас я хожу, вот в этом году, летом я в них ходила, только когда у меня судорога на ноге была. Так, из одного феерического паренька в 2007 году у меня получилось так, что была ранена нога в том именно году, 12 уже, 13 лет, наверное, уже назад. И... Я мог, так как он мне, когда я была на платформе, возможно, даже в этих босоножках, у меня еще были босоножки чуть более высокие, вот настолько, ну, такая, короче, высота была платформа, чуть на сантиметр 2-3, короче, повыше, чем эти. Ну, я вот что-то их забраковала, а эти вот у меня остались. А тут цветочек такой, оказывается, блестяшечка. И тут цветочек все еще живой. Ну, им, короче... В общем, зритель, им больше 10 лет. Может быть, я их даже в 2005 году покупала. Эти босоножки очень классные, очень удобные. Особенно удобные, когда нога не разгибается до полного состояния, и ты можешь ее вот именно вот так вот, как будто на платформе держать. Вот, чтобы не хромать, я одевала эти босоножки пару раз вот за лет, потому что у меня случилась такая судорога. Ну, был такой очень фееричный мальчик, который как-то подошел ко мне сзади, потащил на себя, я в босоножках таких была. И я упала, соответственно. Упасть с платформы на асфальтик, это, ну, не так себе хорошо. Ну и теперь, когда у меня судорога... После этого у меня случилась судорога на ноге. С тех времен, как у меня случается судорога на ноге, так у меня вот нога вот так вот. Будто под платформу рассчитана. Ну и как-то вот я их одевала, я их оставила еще с переезда, думаю, мало ли что, вдруг мне снова захочется носить на платформе, не только потому, что вот у меня нога хромает, а вообще. Ну не будем о грустном, я думаю, практически в жизни многих людей иногда бывали всякие феерические персонажи разного пола. Вот такие ботиночки, что-то я их рублей за 200, что ли, или 250 покупала в каком-то магазине. Типа, вот назывался «Смешные цены», я не знаю, жив у нас этот магазин еще или нет. Там основная стелька вроде как отвалилась, а может и нет. Нет, она просто стала выниматься. Кедики такие прикольные. Вот большую часть лета я ходила в этих кедиках, и в САП в них ездила на велике, и так от дома дойти. Так, я тут увидела только что эти... Я уж думала, это у меня код прогресс, но это так сделано, оказывается.
Думаю, кот, наверное... В общем, тут такие дырочки, будто вампир покусал. Хорошие, удобные. Они, конечно, этот... кожа молодого дермантина, но нога в них не потела. Очень прикольные. Да, я знаю, что надо было это их тоже почистить. Ну, как-то вот, вот у меня такой арсенал обуви летней. Там, на самом деле, может, еще какая-то обувь была. Ну, вот в эту я как-то влюбилась. И я ее по большей части носила. Даже часто так носила. Ну, я думаю, что на платформе, учитывая, что сейчас уже как у меня есть некоторая обувь на платформе, на осень, допустим, на весну так рассчитанная. Но я сейчас что-то привыкла как-то на плоской подошве шастать. И вот даже тех случаев, когда я редко одевала на платформе, я думаю, что это тоже часто. Потому что вот все-таки я их одевала, могла бы что-то другое одеть. В общем, вот такой у меня обзор обуви. Спасибо тебе, зритель, за просмотр, если ты осилил до конца. Пока тебе, зритель!